ты разве умеешь? А чего там еще умеешь? Попрошу у чудика краски, ниточки, не нарисую. Подожди. Здравствуй, чудик. Конечно, я рисовать не буду. Гунька, вот садись. Сиди. Не шевелись, а что не похоже вам? Похоже. А ну-ка, покажи. Подожди, сиди. Вот. Да разве я такой? Конечно такой. Как я тебе еще быть? Ты зачем нарисовал? Ну, да суть когда-нибудь. А нос почему красный? Для красоты. А волосы-то почему голубые? У меня же не голубые волосы. Если тебе не нравится, могу зелеными сделать. Нет, это плохой портрет. Дай я его порву. Зачем уничтожать художественное произведение? Ребята, вы что деретесь? Вот скажи, правда здесь не я нарисован? Да, не ты. Здесь какое-то пугало огородное. Вы не догадались, потому что тут подписи нет. Вот подпишу, и будет понятно. Гунька! Гунька! Все равно, когда ты ляжешь спать, я приду и уничтожу этот портрет. А я ночью не буду спать и буду стеречь. Ладно же! Мешайте мне заниматься. А я пока что всех нарисую. Гунька! Гунька! Пора спать. И мне пора.
рисовал градусник. А то мне показалось, что ты больной. И придется тебе на ночь дать касторки. Ладно, ладно, сниму, только не давай, ладно? Ладно. Все, пока, не знаю, потом мне пора. Пора. Сочинять, она и так есть. Попробуй.
бы только еще что-нибудь про меня сочинить. Я больше тебе ничего рассказывать не буду. А я и не... Больше про тебя ничего не сочинил. Ну, а про кого ты еще сочинил? Про кого? Вот про... Тропышку. Тропышка был голодный, приглотил утюг холодный. Никакого утюга я не глотал. А я и не говорю, что глотал. Вот можешь успокоиться. Вот послушай про авоську. У авоськи под подушкой лежит сладкая ватрушка. Ватрушка! Никакой ватрушки у меня под подушкой не лежит. А я не говорю, что... Скажи, небоська. Да, ватрушка лежит. А я не говорю, что лежит. Это для рифмы придумано. Ну все. Пора прекратить это издевательство. Неужели мы будем спокойно слушать, как он тут вьет про всех? Не хотим больше слушать! Ну, если вы не хотите, пойду соседи почитаю. Что? Соседи, соседи, соседи! Не будешь! Домой тогда не возвращайся! Ладно, не буду. Кунь, я больше не хочу. А кем же? Ну, я стану великим путешественником. А великими путешественниками можем быть мы все. Как? Я сейчас расскажу. Недавно я прочитал очень интересную книгу про путешествие на воздушных шарах. Я знаю, как устроен воздушный шар и как мы вместе сможем его построить. Мы сами! Да, мы сами, все вместе. Вот посмотрите, здесь хорошо видно. Это шар. Наполняем шар горячим воздухом, он поднимается вверх. А если горячий воздух остывает, соответственно, вниз. А если шар очень быстро опустится вниз? Кто не упадет? Тогда мы сделаем парашют. Мы сделаем парашюты. И на парашютах мы благополучно приземлимся. А я сейчас. А вот и картиночка. Ну, сделай ему водочку. Как что? Вот сейчас картину и полетим. А куда полетим? Куда ветер подует? Ты что, куда ветер летит? Это все давным-давно. Надо быть.
Да. Я. Молчите, вам нельзя разговаривать. Почему? Доктор Медуница сказала, что вам нужен абсолютный покой. А вообще, где я? В зеленом городе. Как вас зовут? Не знаю, а вас? Синеглазка. А как зовут девочку, которая только что ушла? Вы слышали наш разговор? Да. Ее зовут Снежинка. Тоже хорошее имя. Но все-таки вы разговариваете. А доктор Медуница сказал? А, вот она как раз и идет. Как не стыдно человеку, причину бежать за птицу. Ты прими хоть сотню, все равно здоровье. Коротышки с любовью и лаской называют.
Маленько. Не знаю. А вы к нам на воздушном шаре прилетели? Да, на воздушном. А страшно было лететь? Ужас, да чего, не чуточки. Какой вы храбрый! А как вы сделали воздушный шар? Ну, это была сложная работа. Все малыши трудились дни и ночи. И вот... Что? Пришел день отлета. Вот мы и полетели. А как вы полетели? Ну, сказали, прощайте, братцы, и полетели. А откуда вы прилетели? Из Цветочного города. А где этот город? Вон там, за Гуличным лесом. Шар. Конечно, я. Вы расскажите нам об этом. Как вы полетели? Ну, все просили меня как сделать что-нибудь, придумать. Вот я и придумал воздушный шар. Полетели и на облако прилетели. А что на облаке? Ну, на облаке застряли, и взяли топор и прорубили в облаке дырку. И дальше полетели. Прилетели на самый верх, а там мороз 1000 градусов. Замерзли? Замерзли. И шар тоже замерз. И полетел вниз. С такой высоты! Но потом он разогрелся и полетел вверх. Пролетели выше облаков. Смотрим, а мы летим вверх ногами. Почему это так? Закон природы. Полетели дальше. И вверх. Смотрим вниз. А земля с пирог. Вот потом долетели дальше. И вдруг полетели прямо вниз. Опять с такой высоты. Но потом мы стали выкидывать мешки с песком, камнями и гречкой. И шар стал легким и полетел вверх. А потом опять вниз. Опять с такой высоты. Ну, у нас был такой коротыш, знайка. Все он боялся. И спрыгнул. Шар опять от него стал легче и полетел вверх. Потом опять вниз. Опять с такой высоты. Ну, и потом мы упали на землю, корзина разбилась, и все там. И я упал как-то. На землю. Вы нас очень напугали своим шаром. Мы видели, как он падал, а потом увидели вас. Но вы ведь летели не одни, а где остальные? А вы слышали новость? Сегодня наши малышки принесли еще 8 малышей в больницу. Они разбились. А, медуница все равно их всех вылечит. А вот где мои товары. Надо мне их навестить. Пойдем, я вас провожу. Я пить хочу. Пить? Что?
вода. Yeah.
больного привели. Целый год больница пустовала, никто не хотел лечиться. А теперь уже 9-й больной, больше класть некуда. Этот малыш вовсе не больной, он пришел навестить своих товарищей. Ах, вот что, нельзя, больным нужен покой. А вам, незнайка, я велела лизать постели, а вы встали без разрешения и прибежали сюда драться. Больница не место для драки. А я тут не хочу драться. Малыши всегда не хотят, а потом все равно дерутся. Я не могу вас пропустить. Так, посмотрим, чего у нас еще в аптечке не хватает. Ну что ж, незнайка, попробуем в следующий раз. Еще чего? А я пройду. Постарайтесь вернуться к ужину. Конечно, вы что-то следите, да, Кирилла? Надо поскорее выписать. Ладно.
Этих выпишем первыми, а остальных в порядке общей очереди. Спасибо.
Я даже не попрощался, когда мы улетали. Не скучал, не скучал, вдруг соскучился. Придется Незнайку отправлять в обратный путь. Мне тоже пора домой. Вдруг в Седошном городе кто-нибудь заболел, а лечить некому. Ага, погуляли и хватит. Пора возвращаться домой. Не расстраивайся. Когда-нибудь мы снова сделаем воздушный шар и прилетим к вам. Прилетайте к нам весной, когда у нас зацветут сады. Это очень красиво. Можем мы на машине приехать? На автобусе, чтобы все поместились. Приезжайте или прилетайте к нам весной. На мой курс? Не знаю, напишите мне письмо. Я никогда не писал письмо. Ну, пожалуйста. Ладно, напиши. Напиши. Громадное. Вот, поэтому аплодировать будете громко и кричать «Браво!» и чепчики бросать. Внимание! Начинаем. Сейчас. А рюкзаки можно бросать? Рюкзаки, да что ты, если тяжелые, лучше не надо. Так, внимание! А, представляю! Авоська! Авоська, тихо! Винтик, Гера! Небоська! Денис! Знайка умный! Максим! Снежинка, Камила! Кисонька! Всезнающая кисонька, Варвара! Незнайка, Лёва! Торопышка! Арсений! Медуница! Покажите медуницу мне, пожалуйста! Дина, покажи! Дина! Синий глазка! Кира, Кира, Кира!
давайте дадим возможность каждому поклониться. Итак, еще раз, синеглазка Кира. Зубик, Платон. Не говорить, что Тюбик. А что нужно было сказать? Ну ты же Тюбиком был. Аплодисменты! Илюхин, Тимур! Ласточка! Таис! Густя! Лука! Спутник! Георгий! Новый у нас персонаж! Новый персонаж Гайкин! Сейчас я буду называть взрослых, ребят. Сейчас я буду называть взрослых. А аранжировка песен и наш руководитель по вокалу, педагог по вокалу Юрий Алексеевич. А по костюмам художник Татьяна Галузина. Будьте добры. Художники по декорациям Оксана Лещенко. И Дина, ты где? Дина, она все портреты нарисовала. Афишу нарисовала у нас кто, Варя? Мама твоя или ты? С мамой Варя нарисовала. Всех назвала? Ольга Анатольевна! И мы все вместе, мы все вместе. Меня зовут Ольга Анатольевна, и мы сделали все вместе этот спектакль. Аплодисменты! Ну, не даю!